Владислав Славович, вам слово. Мнение, впечатление помочь. Ну, давайте вы задавайте вопросы. Задавайте вопросы, я буду отвечать. Вы сначала впечатлениями поделитесь, а потом уже коллеги вопросы зададут. Ну, скажем, некоторым покажется, что это был простой матч, на самом деле матч непростой. Значит, команда Бершина хорошо владеет мячом, может хорошо атаковать. Ну, в принципе, мы постарались эти нюансы, связанные с атаками Бершина, как бы ликвидировать. Не всегда это получалось. Значит, мы очень много играли сегодня в обороне, и так получилось, что мы забили 4 мяча. Поэтому спасибо команде Бершин, очень хорошая команда. Спасибо своей команде за то умение проявленное игры, держать игру. Поэтому как бы такое впечатление. Спасибо. Вопросы? Леонид Станиславович, ну, наверняка вы ожидали более упорного какого-то сопротивления от хозяев поля, от соперника. Готовились наверняка к другому. Вот быстрый гол как повлиял на... Ну, в принципе, мы готовились к такой игре, которая получилась, чтобы вы понимали. По-другому мы не готовились. Значит, каждый соперник имеет свои особенности. Понимаете, игры в обороне, игры в атаке. Но мы тоже имеем свои особенности, поэтому, значит, так получилось, как я сказал. Еще вопрос? Нет? Все, спасибо.